Окей, итак, конкурсы, кто у нас тут остался, кто хочет получить няшные подарки в этом году, это совсем не плакаты, а более ценные призы. Мы ждем вас в диско-зале. Итак, условия первого конкурса. Для следующего конкурса мы напрягаем свои уши. Напрягаем свои уши. Угадываем наши любимые аниме остишки. И кто угадал, кричит с места и поднимает руку вверх. Остальные просто тусуют. Кампай. Так вот, те, кто отгадал, я буду держать, можно руку там? Те, кто отгадал, подпрыгают вверх и кричит «Кампай» с рукой. Это «Кампай!» И тогда я определяю, кто угадал эту мелодию. Желательно вслух не кричать. Ребят, не подставляйте сами себя, не вслух не кричим, что это за песня. Вы поднимаете руку, я к вам подойду, и тогда мы узнаем. Ну что ж, первая мелодия. Останавливаем музыку. Это рабочий, подумал. Что это за песня? You're right, ты права. И призы ты получаешь такую няшную наклеечку. Я не знаю, что. Ну это неплохо. Итак, да. Следующий трек. Вон, да, первый человек в стиле отвлекся. Да, вы угадали, поздравляем! Восставший левуш, второй сезон, композиция О2! Итак, подождите, он панду надо поправить. Третий сон! Ну, давай я подойду. Бэк. Трек. You're right. Красавчик! Черт побери! Дальше! Стоп! Эта девочка была первая. Она, кстати, наверное, тоже даже подходит по своему костюму сегодня. Что это? Наруто! Название песни желательно, потому что это узнать очень просто. Это была подстава. Я думаю, вот Наруто, да, это очень положительно, учитывая то, что дал подсказку. Но, как трек называется? Heroes Comeback. You're right. А сколько можно собирать? Да он просто решил дома обои поменять. Кстати, да. Поехали. Пятый. Стоп. Вот этот вот парень с ушами и в очках поддерживает тему нёрда, наверное. Аниме Бакуман, песня «Буэ Бежу», надеюсь, нет песни. No. Who is know this? Кто еще знает, как песня называется? Если знает, там не написано. Но никто не знает. Но Бакуман, да, название трека. Ладненько, значит заканчиваем. Название трека у нас звучит следующим образом. Кубукуро! Вот. Иди отсюда, не пали контору. Далее, следующая песенка. Стоп. Вот эта вот девушка была первая. Нана Роуз. You're right. Хорошо, следующая песня. Стоп. Ну ты уже Фердинок. Дальше, английский ритм. Композиция под названием My Soul and What? My Beat. Почти!
Ну почти все считывают. Почти, май бит. Простите, вот это был самый большой из, точнее, самый правильный вариант, вот полный вариант. Давай, девочки, наклейте. Самый исчерпывающий ответ, который мог быть. Восьмой трек. Стоп. Гурен Лаган, Сорай Родейс. Блин, да, я не все смотрел. Вы спрашиваете, знали я название песен? Очень удобно, понимаете? Если бы я не, точнее, знал бы, я бы, наверное, просто все наклейки забрал и пошел домой. Да, ты со своим Детройтом поедешь на другой фестиваль. Дальше, следующая композиция. Стоп. Молодец, тебе. Ну и последняя песня. Это вам не реклама, ребята. Ну что ж, это была девочка-волшебница. Подожди. Девочка. Мадока Матика. Мадока. Да, дело в том, что... Леша, вид сверху лучше. Да, много. Я еще могу повернуться. Так, вы правы. А там Алиса. Нет, ладно. Ладно. Вот так все подарки раздашь, потом ничего не останется.